И, друзья, с вами Серега, и я вас приветствую на моей рыбалке. Ну что ж, зима, декабрь, и наконец мы дождались первого льда. Ну, в нашем районе и в регионе, так сказать, ледок он не везде. Сильных морозов нету, такие ночью до 7, до 6, днем 4. Проехался я по водоемам по всем, и вот нашел такой небольшой стоячий закуточек, заливчик. И как оказалось, ледок неплохой. Пишню пробил. Сантиметров 6, наверное, есть. Ну и с собой не случайно взял снасть. Пишня, жерлица и живцы. Пойдем пробовать ставить жерлицы. Сильных морозов пока не ожидается, так что когда станет лед на Дону, неизвестно. Ну, вот если сильно бить, сильно, если очень, то пробивается с первого раза. Сплошная плита, так себе аккуратно, так оно и ничего. Планируем туда пойти сейчас на поворот и об камышке поставить жерлиц 5. Живцов у меня немного, взял с собой так на всякий случай, вдруг найду лед. Ну, лед нашел, будем пробовать. Можно. Наша же задача, главное, открыть сезон. Думаю, какая-нибудь щучка все равно клюнет. А какого размера, уже не важно. Так, ну буру я с собой не брал. Сейчас сразу луночку попробью. Да нормальный ледок. Нарастет, вроде спадов мороза нет. Такая пойдет. Ладно, чуть побольше, что вдруг какая-нибудь мамаша. Вот, нормально. Ну, сейчас еще вот так вот. Тут пройдусь и там. Не помню, сколько у меня там мальков. Штук 6, наверное, 7, может. Жерлиц 5 поставлю. Там 2, тут одну пробил. Тут и где-нибудь здесь. Далеко разбрасывать не буду. То все равно там плоховатенький ледок, чтобы не бегать. Не засмотреться, никуда не улететь. Так, первый разматываем. Что у меня тут? Тройник. Да, все по стандарту. Все как и везде. Что там мальки? Мальки, карасики и пескарики. 6 штук. Ну, как раз поставлю штук 6. И постоим, подождем. Первый заряд жерлицы. Сезон 2023-2024. Зима. Жерлицы, погнали. Первый лед. Может быть, клюнет. Так, отмерил. Цепляем живца. Эх, люблю я тоже жерлиц. Пескарик. Давай, щучку нам. Так, литричка. Ледочком, чтобы подмерзло. Дальше пойдем. Вот, ребята, первая сработка. Вот это крутит. 5 жерлиц я поставил.
Скрутило. Недолго пришлось ждать. Ну, безвод есть. Подсекаем. Лески осталось мало. Не. Все. Сорвала живца. Первая сработка, друзья. И один живец остался. Сейчас его же сюда и поставлю. Как бы не пришлось ехать за живцами домой. А ехать далековато. Оставлю живец. Вроде здесь глуховато, никого нет. Может быть, съездю, правда. Раз такой клев. Ля. Пятую жерлицу я поставил, и уже сработка на четвертый. Ложок загорел. Скрутило неплохо. Подождем. Все, живцов у меня нет. Раз, два, три, четыре, пять жерлиц. Шестую не успел я поставить. Ходил в машину за удочкой, за своей судаковой. Так, нацепил сразу поводочек, чтобы время не терять. Посидим какой-нибудь, сейчас лунку пробью. Покиваем балансириком или ратлином, может быть, клюнет. А нацепил я сходу Меднеса, вот такого, 70-ка, по-моему. Не будем мелочиться. Брать так уж наверняка. Вот он, сработка, ребята. Слева крутит. Слева пошла. Сразу буду подтекать. Или уже сбил. Нет, есть. Первый шнурочек, друзья. Первая рыбеха, щучка этого сезона. Ну, это вообще прям карандашик. Но, тем не менее, сработочка. Открытие состоялось. Оба-на. Щелкнуло. Смотрю слева, прям щелчок. Прикольно. А живцов все меньше и меньше. Раз, два, три, четыре осталось. Ну, посмотрю, может быть, правда, съезди. Время еще есть. До вечера порыбалить можно. Конечно, нужно ехать по прудам. Там щуки побольше. Здесь речушка такая старая, затон. Маловато ее здесь, конечно, щуки и мелкая. Но все равно первый выход на лед. Приятно покивать, посидеть удочкой. Но пока что-то ничего не клюет. Мало-мало, это скопление небольшое. Но вторая сработка уже. Интересно. На пруды рановато. Куда планирую я поехать, ледок там еще не очень. Но скоро будем пробовать и там. А пока порадуемся этим водоемом. Да-да, живца я не взял. Надо было всех брать. Но не надеялся я, что я найду лед такой нормальный. Занял я домой, а там у нас, друзья, загар. Не было меня где-то полчасика. Потеплее оделся, надел сапоги с шипами, чтобы не скользить. Ну и пойдем проверять. Вряд ли там кто-то будет. Сорвала, скорее всего, живца. Леска не вся размотанная. Не, нет. Живец на месте. Живой карасик. Ну, сейчас как раз еще подрасставлюсь, взял и живцов. Время есть, часов до 4. Может быть, что-нибудь поймаем. Такой ледок, сантиметров 6.
черта прям основательная такая, монолитная. Дальше не хожу, там вот трещина образовалась. Лунку там простукивал, буду здесь. И такие еще подраставлены, но уже. Карасики. Живучие. Отнес щупцов в машину, чтобы не замерзали. Все-таки морозец такой, минус 6. Все, 7 жерлиц я поставил. Так, не особо разбросал. Видимости своей. Сейчас сяду, буду убивать кофеек, ждать. Не особо клев, не особо. Вот две сработки с утра было. Сейчас вот обед, пока тишина. А, ну и одна сработка была, пока я уезжал домой. Подождем, хотя бы еще бы одну поймать. На льду, чтобы рыба оказалась хорошая, хоть и лошечка. Вот и сработка. Вроде бы не ветром, но и не крутит. Не успел я кофе налить. Это недавно жерлиц поставил посередине. Походу сбил. По перволеде обычно сразу крутит. Подсекать надо. Это что-то не крутит. Сбил живца. Нет, нет. Да и нет, и живец на месте. Ага, вон порез. Была, была поклевка. Ну вот, интересненько. Интересно. Еще неактивная, а может мелкая, но все равно уже четвертая поклевка. За открытие сезона льда 2024. Ребят, опустил канди вип и сразу на опускание щучка взяла маленькая. Ой, вообще дно нащупать начал. Взяла маленькая, прям сошла вот. Посижу, покиваю, думаю. Поклевочка. Ну не поклевочка, так она подвисла. Карасик не может заглотить, карасик вроде тоже небольшой. Ну вот на кандик клюнул. В полете взяла ратлем. Прозрак отличный. Песочек. Ну и рыбы нет никакой. Поэтому особо ничего и не клюет. Три жерлица отсюда снял, поставил туда дальше, к тому бережку, одну там. Ну и все, с обеда больше ни одной сработки. Такая вот получилась у меня рыбалка моя, первая комом. Ну особо выбирать было не с чего, все водоемы перспективные еще без льда уверенного. Вот здесь нашел, в этом заливе. Как есть, все равно одну щучку на льду я повидал, одна подо льдом, с ратлина сорвалась. Сработки были с утра, с обеда тишина. Все равно буду считать, открытие состоялось. Ждем хорошего льда, по прудам поедем ловить. Пока на Дону лед не станет, будем ездить на щуку. Ну а потом уже и на Дон за судаками рванем. Так что, друзья, до встречи на моей рыбалке. Буду собираться. Такой коротенький видосик, отчет с первого льда.
послушал сработки жерлиц, щелчки. Даже поклевку выдал на удочку, на ратлин. Снимаем. Я думаю, живут на следующей рыбалке. Повторно используем живчиков. Следующая рыбалка будет, наверное, куда-нибудь на днях. Поедем. Видок запретный. Надеюсь.